У рыбы, о, видите, та же икряная рыбка оказалась. Вам повезло. Говорят, когда человека в гости приглашаешь, если попадает икряная рыба, значит, гостю твоему удача будет. Вот сейчас вы икорки попробуйте. Вот так вот снимаю косточки все, чтобы косточки не было. Вот. Так, мелко. И сюда в кровь. А кровь уже соленая. Вот приедете домой, будете вспоминать, скажете, вот у северян какая еда национальная. Кровь оленя. Вы ее разморозили? А разморозила я. Потом в этих больших бурдюках отправляют, потому что если она талая все время будет, она же испортится. И вот морозилки держим. И всю зиму вот так у нас. А кровь уже соленая. Под водочку? Откуда? Я вообще водку не пью. Вот на тут. А ты когда хочешь? Когда она говорит здравствуйте. Ну, конечно. Вот. Ты общий план снял, как она подготавливает? Да, конечно. Ну, давайте это, еще раз начнем. Здравствуйте! Сегодня в Дудинке открывается торжественное мероприятие «Семейная мозаика». Проводят его семейные национальные клубы, которые у нас действуют при городском центре народного творчества. Вот оленей мех всегда нужно в холоде держать и в такой вот умеренной температуре, чтобы было холодное. Ты видишь, капюшончик можно снять. Тут вот застегнулись, так вот прошлись. И спину еще раз. Ай. А ботинки покажи еще. Ай. Все сама? Ну, конечно, а как же? А я говорю, я настолько вот, я благодарна своей маме. У меня же мама была искусная швея. И каждый треугольник вот туда, именно с той стороны вшивается, со стороны мездры. Это вот и туда еще вшивается сукно, чтобы орнамент красиво, ярко смотрелся. Они здорово. Сейчас не Антонина Инчаватовна. Куда-то у Муну нямна это видеосюжет нам транку. Сейчас не Антонина мань Раиса Ептона. Удалган занимаются мужчины. Только женщины. Домашним хозяйством занимаются только женщины. Все на женских руки плечах. Вот сейчас. Вот этот вот орнамент у нас вот по-разному называют, но в основном немцы его называют, это соболиные ушки. Вы посмотрите сами, как будто соболя напоминает вот этот вот орнамент.
Это вот называется хасеуэ, тоже другой орнамент уже идет. И вот на мне, вот на этой одежде тоже вот этот вот подобие того орнамента хасеуэ. Ну, как у нас дословно, если перевести, половина мужчины. Так, а вот это вот очень сложный орнамент, вот, называется, так, солнидгамчала горлампай. Это, значит, оленьи рожки на сучьях находящиеся. Вот посмотрите, как будто вот сук действительно идет. И вот сверху оленьи рожки, такие ветвистые. Вот. А это опять дополнение, те же самые чумыки дополняют. А вот этот вот орнамент называется гайуката. Иногда его вот одной такой вот половиночки можно. А тут вот головастики их называют. Вот, вот так вот вырезанные, они как будто друг на дружке, вот эти головастики. Это вот орнамент так и называется. А по низу? А по низу вот это называется зайчьи ушки. Это вот распространенный орнамент, но он-то такой несложный по своей технологии исполнения. И вот поэтому на нагансанской одежде такая встречается. Вот эти самые чумики тоже. А вот это вот точно так же гайуката. Только они тоже сложные формы, двойные. Вот эти же вот двойную, другую форму имеют, а вот это вот тоже уже другой формы. Называется тоже гайуката. Вот это вот мужская одежда. Мужской сакуй. Но он у меня еще не до конца еще завершен. Я его еще дополнять буду. Вот тут вот еще надо орнаментом добавить. А это, по краю это тоже вот чумики, те же самые. Следующий орнамент называется локоть лисицы. Лисица у нас что делает? Подкрадывается тихонечко к жертве своей. И логоточками тик-тик, и вот логоточки. Локоть лисицы называется орнамент. Но у нас все ромбообразное, и все ровненько получается. У бабушки нашей, у моей бабушки вообще так, я-то с помощью клеточки делаю, а бабушка без клеточек все делала. Вот эта шапочка вот моей матушки, вот она почему сохранилась? Потому что при жизни она подарила младшей сестренке вот эту шапочку. Угу. Поэтому она вот осталась. И я ее сейчас очень берегу. Иногда хочу, когда поглажу так, угу, одену. Вот. Такая шапочка. Ну вот сзади еще должны быть вот такие подвески. Вот они, так они должны быть здесь. Вот эти подвески. Для чего эти подвески? Для того, чтобы вот зимой сильные, допустим, пурга, чтобы шапку сзади вот так не задирала и не сдувала. Вот эти подвески служили для того, чтобы она крепко вот так на спине лежала и не поддувала шею. Но и к тому же это было как украшение. Вот тут вот бусы, видите, вот старинные на них укладывались. Такая шапочка. Вот так она шила и примерно вот так пела. Я только напою мотив. Надо этот самый стрелять. Это территория полностью Таймырского муниципального района. Здесь протекает река Енисей. Вот эти зоны у нас, Путаранские, вот здесь. А это заповедник Арктический, вот здесь, где Хатанский район. Естественно, вот где вот желтенькие указаны, это у нас горы там. Вот здесь болотистая территория. Здесь у нас есть еще, в Хатанской территории есть овцебыки. Их привезли с Канады, в каком-то а-ля... В 70-х годах, и уже численность их уже очень большая, их уже лицензия на них есть, можно отстреливать, но лицензия стоит 15 тысяч на одного, чтобы отстрелить его. А дальше я не знаю, что с ними делают. А здесь у нас горные бараны, где-то территория Путарана, где находится, где Хантайское озеро у нас проживает. Вот это дудиночка у нас. Вот здесь я воспитывалась в Носковской средней школе в интернате. А родилась я вот на этой территории, где поселок Гыда. Там моя мать, мою маму выдали замуж насильно, и она вышла замуж за старика, за моего отца. Она здесь, дед, отец не стала, и она вернулась обратно вот к родителям, вот сюда, в Носок. А здесь на территории еще малая земля есть, откуда вы немцев в свое время выселили, в связи с тем, что там забрасывали
атомные эти, ну, взрыв был, специально атомный, ну, короче, мусор туда. И наших немцев всех сюда обратно. И, естественно, немцы куда пойдут? На эту территорию пошли. Вот такая история. Вот, и начали. А вот это кто одевать будет? Герман? Ну, там сейчас поднем дадим. Ну, там, в принципе, их много пришло, молодцы. А ты что на курсе? Да? Если ты идешь. Ну, в итоге я могу и внутрь одеть. Я сначала посмотрю. Ангелина, не объясняйся. Да, все объясняют. Почему не объясняют? Тебе балашки не забудь одеть. Тёня, помоги одеть. Тёня, помоги. Ну, тем более платок будет. Ну, вообще. Это общественники. То есть семейный клуб. Это люди, которые собираются по интересам. У нас в данном случае это именно по этносам, да, клубы в нашем центре. У нас три клуба. Это Минницкий клуб «Майма», что в переводе означает «радость». Клуб «Нятанцы», «Нганасанская семья». И клуб «Карген» венкийский. Тоже переводится с венкийского «семья». Вот на Таймыре. Всего проживает у нас 5 этносов. Уникальность нашей территории в том, что вот именно живут коренные народы, 5 коренных народов. Конечно, оленеводство со временем у нас уже не так мощно развивается, как раньше развивалось. Было большое поголовье оленей. Сейчас уже как бы вот в Хантайском озере уже вообще нет оленеводства, хотя раньше там было. В основном у нас теперь только вот Тухарцкая, ну это Носковская тундра, где немцы кочуют. И Хатанга, куда вот вы ездили, в Сындасков, Попегай, Новорыбное. Язык тоже сохранился очень хорошо именно в этих отдаленных поселках, вот в Хатанге, ой, в Сындасков и Новорыбное, Попегай. Но так уже в основном дети разговаривают на русском языке. Но они как бы понимают язык, разговаривать они особо не разговаривают, потому что мы даже когда вот в интернате учились, жили, нам не разрешали разговаривать на своем языке. Вообще не разрешали, только на русском языке. Поэтому вот сейчас только, я так считаю, начинает как бы не то что возрождение, да, а вот только сейчас самосознание такое появляется, что все-таки необходимо знать свой язык, необходимо знать свои традиции, корни. Вот, со временем вот сейчас вот у нас появляются уже национальную одежду начинают шить. Раньше как-то это только по праздникам было, и то в поселках. А сейчас уже, да, сейчас уже люди понимают, как-то молодежь уже к этому по-другому стала относиться. Вот, а раньше нет. Вот у меня сын, например, он до определенного времени, он тоже как бы не особо, ну, как бы его не волновала принадлежность, там, допустим, к народу, да. Ему главное, ну, как бы, вот, а сейчас я смотрю, он уже как бы проявляет интерес к этому. Поддержим участников. Болейте за своих фаворитов, ну же! Победила дружба! Дорогие горожане, поздравляем вас всех с праздником! И мы хотим вам рассказать стихотворение. Марка Хазуки, ты муку. Здесь и я.
древние вот такие старые заповеди. Ну, у эвенков существовал древний народ же, да, тут единый народ тунгусы, существовали единые заповеди. Например, земля все растит, и человека тоже. Он ее соринка, не делая ничего земле плохого, и не думая неплохо. Украв, человек не одарит себя. Даже есть сказка такая, и поэтому у эвенков никогда не было воровства раньше. Мы не знали, что это такое, потому что у нас всегда дома были открыты для всех, и жили все дружно. И если надо, зашел, зайди. Что тебе надо, возьми. Ну ты скажи. Но у нас, видите, я хорошо понимаю, родное, как говорится, поэтому мы играем современных и стараемся композиторов. Вот Ира у нас, а сейчас мы играем вот песню, ой. Ну, есть у нас, а сейчас мы сыграем вот хип-хоп вот нашего оператора. Куда заглядываешь? Встали, быстро! Ира, ты где? Ты слышишь, что ли? Найдем или нет, если оператор найдет. А это вот Кудагин, будущий. Будущий. Шаман. Шаман? Потомок шаманов, что ли? Ира, давай! Встали! Вот к этой, мальчики, Венечка, Леня и Ира, вокруг, обе этой картины. Основно. Он, раз у него углы, значит, вот сидячий называется. Это вот, вот вверх идет. Это шея называется, вот эта шея. А вот эти вот плечи. Плечи. Вот эти. И получается сидячий человек. Понимаете? Вот плечи. Вот плечи. Он орду, значит. То есть сидячий человек. Это шея выше поднимается, а это общая голова, его уши. И вот эту вот шею и головку делают, а потом в середине вытаскивают еще. И получается чум. То есть человек сидит в чуме. Вот. А почему это... у некоторых вот черный на спине бывает квадрат, а здесь ничего? Ну, это называется в основном у мужчин вот такая светлая бывает. А у кого черные? У женщин. У меня здесь и нет. Черные. А, вот есть, да? Есть. А квадрат?
Квадрат. Что это квадрат? Это бесконечность бытия. Угу. Бесконечность бытия. Жить будем у мужчин на сукуе. На нем обязательно черный квадрат. Обязательно. Да. И что черный квадрат означает? Бесконечность бытия. Да. Что вот мы всегда вот будем, жили, живем и будем жить. Побережье занимаем. Территорию. Арктический. Сейчас арктический у нас. А нас, кстати, приравняли к арктической зоне. Да, к арктической зоне нас. Самое национальное блюдо, это что? Какой чум не зайдешь, там сгущенка, банги даже. То есть до сих по сей день, вот зайдешь в чум, вот ездили недавно, сгущенка, обязательно должна быть сгущенка. Хлеб с маслом и сгущеночку туда. Но скоро мы будем малочисленные из многочисленных. Многочисленные из малочисленных, ну как это сказать? Да. В Вьетнаме служил. Это вот он сейчас рыбак-охотник по профессии. А муж русский был, да? Угу. Да. Пономарев был русский муж. Ну, всегда бывает куриная слепота, она это чего, потому что на снег смотришь, все солнце, плюс снег, и очень больно-больно глаза. Так вот, невозможно. На севере обязательно-обязательно надо. Да, оно, это временная слепота, она как будет. Потом она проходит, просто примочки делаете, все. А я вам покажу, у нас очки специальные есть, вот в костюмах шьются такие вот. Из бисера, там из сукна, вот очки. Ну, вам показ. А вместо стекол что там были? Серочки. Да, и это вот защитные очки для охотников. Вот такой вот традиционный костюм был. Для девушек тоже отдельно сшилось такое вот. Ну, там, правда, красивее. Все тонко. Сейчас. Это дело. Ничего себе, как это так? Мы же делаем метис. Мама долганка, папа африканец. А с якутами долган. Да, мне родственные семьи. Мы же раньше были один народ. Мы все сахар. Мне день рождения, это на свидетельство. День этого рождения, да, саха написано. Национальность. Хотя у якутов у самих же очень много диалектов, да? Вот они между собой даже, да? Да. Ну вот в целом, вот в целом у нас основа одна, да. Наша же гора, вот Сандаска граничит с Анабурским районом. Наши мотаются туда, сели на Буран, доехали. Раньше на Ирине. Да. Родственники там же живут. Там рост, у меня вообще там племянник живет. Перемешаны. Идти в гости. Двоюродные, троюродные братья там живут, в Анабаре. Племянник. Миндендорф, знаете, что сказал? Подробности. Долгане, аристократы, тундры. Я же тебя не буду. А ты думаешь, вот почему так он сказал? Ну, потому что он просто сравнивал. Наш, он, на, вот на севере, вот он же кочевал тоже, он же исследователь. Он много же народов северных встречал, много же тут и сильных, всех-всех было же. У нас же вообще Таймыр-то чем уникален, да? У нас 5 этносов. Вот долганин, самый древний народ, это у нас гоносань, самый интересный народ, мне кажется, да, вот вообще мне интересно. Я бы была ученым, бы их бы изучала. Гоносани, энцы, ненцы. Ненцев, в принципе, по России много, да. Эвенка вообще полно, они и венки, ой, в Китае их 1030 одно время было, сейчас, наверное, уже еще больше. И вот долгани, он, наверное, сравнивал и... И сейчас долго... Ой, вы записываете? А сколько долган сейчас есть на земле? Ну, где-то около 7 тысяч. Да, так. Где-то так, ага. У нас, то есть, как бы, не то, что быт. Условия жизни же одинаковые, да? Север, холод, зима, снег, олени, да, вот, охота, рыбалка. Но мы все разные, вот эти 5 этносов. Языки совершенно разные. Мы, допустим, долгане к тюркским языкам относятся. Гоносане и энцы относятся к финно-угорской группе языков. Представляете? Вот. Друг друга не понимаем. Мы же по Валяеву тогда ездили, помните? Вы же это все знаете. Все она знает, еще спрашиваю. Да, да, да. Вот, и
И все равно мы даже психологически разные. Конечно, как мы разные же народы. Мы, конечно, нас не скажут, что мы народы по численности, да, мы национальное меньшинство, как положено говорить. Вот, и мы все равно, знаете, вот мы разные. Мы даже, вот даже ездим на оленях по-разному. Допустим, Долгани, вот Хариди расправа руки вот так. Немцы вот с этой стороны ездят. То есть. Упряжка у нас по-разному, то есть получается вожак идет вот с этой стороны, вот их вот, то есть у нас меняется. Тема интересна, что мы, да, все равно разные отличаемся. И потом вот даже быты, вот санки, да, вот сани, санки, одежда совершенно разная, ну вы знаете нашу одежду. Вот. Да. Вот, а у Нганаса мне, допустим, нравится вот тем, что у них, ой, сзади еще уже говорили, что да, на парке-то у них этот квадрат. Мало того, что у них там еще ленточки, и вот по этим ленточкам этнографы знают, сколько у них детей, то есть могут прочесть. Нет. Сколько, какого сословия, допустим, богатый он или бедная семья. То есть аналог буквально паспортно-визовой службы. Вот, пожалуйста. Вот я всегда считала, я считаю, что вот у нас, особенно вот в Хаттонском районе, да, у нас было очень много же русских, было очень много вот сильных людей. Поляки у нас были. Были у нас, даже были калмыки, вот помню, мама рассказывала. Вот. Немцы-то это вообще уже наши, рядышком по жизни мы с ними выросли, как бы, да. У нас всегда продавцы были немцы, всегда вот рабы. Я даже, Господи, когда я родилась, благословляла меня вот немецкая женщина. Мама рассказывала. И потом в нашем роду, в роду Кудряков, у нас же там русские стали, были деды. У меня дед вообще был 100 с чем-то лет прожил, помнишь, да, моего деда? Он был прямо натуральный русский дед, здоровый такой, на русском порядке где-то есть у меня, конечно. И самое меня поражало в нем то, что он знал Библию, и меня поражало то, что он знал ее на долганском языке. Это же надо было как-то ему так перевести, он же русского языка совершенно не знал. Это надо было как-то ему перевести, он знает. Помнишь, мы же в тундре вместе кочевали же, Танина семья, наша семья, и дед, вот отец моей матери, он периодически вот всегда вот навещал своих детей. Даже помню это, Таня, помнишь, даже бабу, вот наши еще любили эти военные песни. Бабушка моя поет, сама по-русски ничего не... Как она так пела, интересно? Дороги, ну, смотри, шел в борьбе и тревоги. Боевой, 18-й год, они знали эту песню. Наталья, ты не помнишь? Тракторы, школьник, нам, знаете, самое смешное, до сих пор помню, когда мы пошли в класс, что-то нам занесли эти апельсины, сыр. А, сыр мы думали, это вообще мыло. Я говорю, что нам мыло кормят? Апельсин же не знали, что надо чистить. Откусываем и бросаем. Молодцы, конечно, потом уже строганину давали. Вот на ужин, и там это. Ну, это все съедалось. Заморозим. И морозили его. И ели. Ой, как вкусно! Так не поется? Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Меня очень, конечно, беспокоит вот эта алкоголизация кругом. У меня были дела, я рассматривала даже вот детки 14 лет уже, 16. И потом, знаете, что в последнее время вообще такая тенденция, она по всей России, конечно, идет, но у нас, может, поменьше населения, поэтому более так. Мы много лишаем родительских прав. Много женщин, родителей лишаем родительских прав, к сожалению. Ну, это... мотивировано это? Да, конечно, ты мать. Да, а потому что же все это делается для защиты ребенка, интерес его, чтобы он выжил на этом белом свете. Вот что касается культуры, да, вот благодаря, наверное, вот таким людям, как Марина Жаркова, благодаря вот у нас директор районного, раньше окружной, мы всегда привыкли, да, Центр народного творчества, вот, по поводу Любовь Ивановны, да. Ну, вообще у нас много сподвижников в
культуре. Поэтому благодаря им, в принципе. Я вижу просто нарка, я не вижу нигде. Пиртара. Богдан, просто не вам у него. Ты не окутуй, да? Так, Богдан. Богдан, гоня нем, галем нам будет. Нарка, пой, пой, нинку. Чукур мы нес. Чукур мы рай, если галем, то мы харам пир. Падрин тебя, падр, падр. Падр, там. Али тебе? Ваня, для Ваня. Ваня, это? Ваня, дай вот. Нет, я хальки. Нет, что? Сил, не таре. А его падрин. Мы хотели. Умар не видел. Сэр, мы хотели. Да, чуй на его ханы. Сэр, это. Так. Хорошо, хотели.